Товарищ военный комиссар, возникший вопрос от комиссии прошел. Вольно. Везде без ограничений. У хирурга. Разрыв связок. Спортом занимался. Да, футболом 6 лет. И что? Из разрыва связок пришлось оставить. А сейчас чем занимаешься? Училище учусь. Когда тебе 18 будет? В декабре. Так. Ну, значит, пойдешь в сухопутные войска. В июне получишь повестку. И чтобы без фокуса. Если я в МСТО захочу поступить после училища? Хотя это не вредно. Только учеба твоя в июне заканчивается. И если получишь повестку, обязан явиться. Если не явишься, сам понимаешь, уголовная ответственность. Что, ничего сделать нельзя? Сделать можно. Ты же не маленький, сам понимаешь. Конечно, можно. Сейчас пойдешь, поговоришь с родителями, объяснишь ситуацию. Ладно, все. Следующий. Записали сухопутные войска. Ты сказал, что собираешься в институт? Сказал. А они? Что они? Военком сказал, идет повестка, приходи. Не придешь, уклонение от службы, статья. Сказал поговорить с родителями, может, что придумаете. Ну, сволочь. На взятку намекал, открытым текстом. А где деньги взять? Время еще есть. Кажется, что время есть. Месяцы пролетят, и все. В армии не добор, демографическая яма. Звони отцу, пусть даст денег. За всю жизнь к тебе ничего не сделал. Да не хочу ему звонить. Чего ты хочешь? В армию хочешь? Скажи мне. Не знаю. Ничего я не хочу. Куда ты пойдешь? Почти 9 вечера. Сидел бы лучше дома, делал уроки. Нам больше не задают уроки, это же не школа. Ладно, только долго не ходи, чтобы Кадинский был дома, а лучше раньше. Хорошо.
Есть сигарет? Нет. У тебя? Еще я спрашивал. Ходил на медкомиссию? Да. Чё? Сухопутные войска. А чё, не спортрота? Что я там делал буду? Не знаю. Мазаться будешь? Не знаю. Помните этих коз? Само собой. На год младше нас учились. Сейчас, походу, в 11-м должны быть. Пойдём, уж подцепим. Походу в центр собрались. Я ему написала, что после таких фоток с ним вообще общаться не хочу. А сгоняла? Нет, успею еще. Эй, я не понял, я же вроде с вами поздоровался. Мы с вами в одной школе учились. Ну чё? Видишь, мы разговариваем? Вали. Ха, а чё так резко, а? Ты тоже отвали, понял? Проститутки, бля. Одну видел с каким-то черножопым. Хули ты сразу не сказал, что она с черножопами ебется. Я бы к ней даже не подошел, бля. Сейчас все, сука, с черножопами ебутся. Короче, давить их надо. Кого, бля? Баб или черножопых? И тех, и других, бля. Ладно, пошел я. Для выполнения функциональных обязанностей предоставляются следующие права. Проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для исполнения предписания установленной формы. При необходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по согласованию с руководством образовательного учреждения. Запрашивать эксплуатацию машин, оборудование, проведение работ и учебного процесса на местах при необходимости привлекать к проверкам специалистов из других структур подразделений по согласованию с руководством образовательного учреждения. Иван Николаевич, можно выйти? Запрашивать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работы учебного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов.
Мне Путин нравится. Реально крутой мужик и баба его эта. Гимнастка, как ее, Кабаева. Че, что-нибудь тебе нравится, Путин? Я извиняюсь, ребята, не выручите сколько сможете. Охуеть, блядь, уёбки. Блядь, денег на пиво-то не найдешь. Эти бухи каждый день. Всю мелочь стреляют. Блядь, давить таких надо. Соревнования, эстафеты для взрослых и детей, а также выставка-ярмарка туристических организаций. В празднике примут участие туристические клубы, студенческие и школьные коллективы. День туризма в парке Гагарина. Валера, Шумаков. Здравствуйте, Сан Евгений. Здравствуй. А ты почему здесь? Закончил уже свой спортинтернат? Закончил. И что, на побывку приехал? Нет, я насовсем приехал. У меня была спортивная травма год назад. Я больше теперь не могу играть в футбол. Профессиональном уровне. Мне разрешили закончить спортинтернат и учиться в 11 классе. Сказали, там легко будет ЕГЭ сдавать. Потом пришла проверка. Сдал так, что ни в один институт не взяли. Да уж, у нас в этом году тоже проверяли, тоже дерегали. Ну знаешь, в общем-то, ребята сдали неплохо ЕГЭ. Из твоего бывшего класса 10 человек в институт поступило. Ну а так, в общем-то, у нас, конечно. Ну, какие планы у тебя? Не знаю. Поступил в училище пока, механика. Ну, главное, Валера, не сдаваться. У вас сейчас такие большие возможности. Не то, что в наше время было жалко, конечно, что у тебя с футболом не получилось. Но жизнь ведь не останавливается, на этом продолжается. А ЕГЭ тебе надо обязательно пересдать, чтобы в институт поступить. Ну, ходи в школу к нам, позанимаешься с ребятами. Я тебе это организую, помогу. Попытка атаковать так и есть.
42-20. Ты меня не помнишь? Ты же в Б-классе учился в 49-й школе. Да, до 9 класса. А потом? Потом я ехал в Казань, учился в футбольном интернате. Сейчас отвернулся. Тебя вроде Валера зовут. Да, Валера. А я Света. Ты сейчас где? Тут недалеко, в 20-м училище. А спорт? Со спортом все. А я бы продавцом пошла. В институт и по ЕГЭ баллов не хватило, а работа все-таки лучше, чем в колледже в каком-нибудь или в училище. Деньги все-таки свои. Хоть немного хватит, но все же. Ну, пока перекантуюсь немного, потом не буду. Ладно, пока. Мне было 7 лет, когда мои родители развелись. Глаза тогда дела плохо шли. Его чуть не посадили. Пришлось откупаться от ментов. Потом он уехал в Питер, построил там свой бизнес. Но я с ним больше так и не общался. Ну почему? Да просто не хочу. Год 3-4 назад он обещал мне взять к себе и устроить футбольную школу «Зенита». Потом вообще несколько месяцев не выходил на связь, не отвечал на мои звонки и сам не звонил. А потом, когда я наконец-то до него дозвонился, он сказал, что вообще не понимает, о чем я говорю. Он вообще ничего не помнит. Ну, у меня с отцом все более-менее. Он ко мне не пристает. Ну и делами моими не особо интересуется. Даже когда трезвый. А трезвый он редко. Хочешь, пойдем ко мне, если есть время. У меня родители на даче, только завтра вечером приедут. Пойдем. Стали уже с этой дачей. Кроме того, что сами там все выходные включают, еще и меня заставляют. А тебя? У нас нет дачи. Серьезно? Даже участка никакого? Нет, мама этим не занимается. Ничего, что сразу в чашке. Как хочешь.
живете? Ну, ты и родители. Да, моя старшая сестра Наташа 6 лет назад замуж вышла. Родила ребенка, сейчас у мужа живет. Ну, точнее, у его родителей. Он сидит, хулиганка, 2 года, по глупости. Жалуются, как ей плохо со свекром и свекровью, грозится к нам переехать. А куда она переедет? Там у нее отдельная комната для нее и ребенка. У них трешка. Валера, не надо. Валера, перестань. Валера, не надо. Валера, хватит, перестань. Валера, не надо. Валера, хватит, что ты делаешь? Валера, я милицию вызову. Валера, хватит, не надо. Валера, перестань. Сигарету хочешь? Интересуется насчет этого, насчет того. Хотя, как обычно, говорит, что ничего не обещает, он уехал давно, связи все оборвались. Просил, а ты ему позвони. Позвонишь? Не хочу. Зря. Он бы тебя мог там учиться пристроить, у себя в Питере. Его вроде дела на лад пошли. Уголовное дело закрыли. Отлично. Черножопов в натуре ненавижу. Давил бы их нахуй. Я что, хуйню говорю? Хлю, молчите. Россия для русских, а не для всякого чма черножопого. Если мы их сейчас не раздаем, они нас сами раздают. Будем в тайге жить. Или в тундре с чукчами. Правильно их Гитлер давил? Гитлер жидов давил. Черножопых он тоже давил. Концлагеря там, они были для жидов и черножопых. Нормальные люди там хорошо жили. Мне прадед ррассказывал, его когда в плен взяли, 3 недели подержали, а потом отпустили и заведующим офицерской столовой назначили. И у марки платили, прикиньте. А одна немка, жена какого-то офицера, давала ему, а потом золотое кольцо подарила. А вы говорите, Гитлер хуёвый.
много говорит. Так это же да и говорят. Не, черножопых нахуй ненавижу. Россия родина моя, я за нее любого порву. Да, Шуня, что у тебя с футболом так вышло? Как вышло, так вышло, сэр. Ну а что, в Рубине бы, может, сейчас играл. Вначале в молодежке, потом в основном составе. Потом бы, может, в Англию бы уехал, как Аршавин. Хочешь в Арсенале играть? Там у них, я слышал, даже в молодежке нормально получают. Заработал бы 10 лямов баксов. Прикинь, такой, заходишь в клуб. А там тёлки, как только узнают, что футболист, тебе сразу и любая еда стоит сосёт. А тебе, само собой, каждая это не нужна, да? Выбрал бы самую заебатую, остальные бы, там, нам бы с Лёди подогнал бы, да? Подогнал бы, а? Нам бы с Лёди. Ну и хули мы тут делаем? Какое пизде дело? Ты кто такой вообще, а? Я кто? Ну ты кто такой, чтобы меня отчитывать? Че ты пиздишь мне тут? Ну его повтори, что ты сказал. Что я сказал? Ты что, борзый, что ли? А если борзый, то что? Может, выпрыгнем? Да ты мне предлагаешь? Тебе, блядь. Че, ссышь? Ты, может быть, и ссышь. Че, тоже хочешь? А я чё по типу? Я не при делах, это он к тебе лез. Ну ты, бля, даёшь футболист стране угля. Малого до дохуя. Ладно, похуй. Валим отсюда. Дела, что училище? Ничего, нормально все. Есть будешь? Да. Там пельмени уже остыли, хочешь поджарю? Не надо, я сам.
как ты получил травму? Обыкновенно, жесткий стык в игре, никто не виноват. Больно было? Да. И потом ты, получается, уже не мог играть? Ну, то есть инвалид? Что инвалид? Я сейчас могу играть, но на таком уровне. Там знаешь, какие нагрузки? А на соревнования ты какие-нибудь ездил? Да, ездил. В Москву ездили. И голы забивал? Да. А какой у тебя был номер? Сначала восьмерка, а потом десятка. Все хотели десятку Коршавина. Поэтому, когда попали в спортинтернат, бросили жребий. И десятка досталась мне. А сейчас ты играешь в футбол? Только на физкультуре учили. Пацаны, можно я пробью? А ты кто такой? Ты тут что делаешь? Это Шуня, это реально такой. Ну давай, пробей, если не боишься. Вывели из себя плач и крики маленькой девочки, она перешла на отборные маты и недетские выражения. Не буду их повторять в этой студии. Все-таки у нас здесь не детский сад. Мама полуторагодовая. Слушай, Шуня, ты помнишь Белого? Ну, учился с нами, класса до восьмого. Потом его отчислили. Ну и он в какую-то другую школу там перешел. Ну да, припоминаю вообще. А, прикинь, он походу в ментовскую школу перешел. Прикинь, белый и мент. Да я бы тоже в менты пошел, что заебись работа. Никто не заебывает, это раз, блин. Деньги платят. Это два. Да и вообще, что алкаша кого-нибудь поймал, он тебе денег забашляет. Кто, алкаш, что ли? Не надо пиздить, а? Я не имею в виду каких-нибудь странных, блин, бомжей. Видно же, у кого есть деньги, у кого нет. Че, если даже с собой нету, паспорт отобрал, он тебе на следующий день принесет. Хуя. Че, Шуня, как ты думаешь, ты этого мужика-то вчера наглухо отъебашил? Я хуй знает. Если бы наглухо, знаешь, как бы пиздежа было. Еще на районе тихо, походу, так что все нормально. Да мне так-то похуй, наглухо или нет. Надо кого-нибудь черножопого ебнуть. Вот с них можно реально бабла поднять. Ну что, ты кого-то конкретно что ли предлагаешь? Ну, живет у меня в подъезде один, на бумере ездит. На рынке у него пару точек, магазин, кафе. Баб молодых водит к себе постоянно разных. Там такие бабы, знаешь, обкончаешься. Понаедут, блядь, потом наших баб ебут. Как ты его ёбнешь? У квартиры дождемся, сзади ёбнем и квартиру обнесем. Хуя, а если баба с ним? Скажем, чтобы не было нахуй. Ну или тоже пиздюлей дадим за то, что с черножопами ебется. Че, Шуня, пойдешь с нами? Порался от этого мужика отъебашил. Загорская ВКонтакте написала. Она летом уехала в Москву поступать, и никто про нее ничего не знал, нигде не появлялась. А сейчас пишет, в универ не поступила, зато работу нашла в эскорте. Но это же все равно, что проститутка. Да нет, это другое. Это же не у дороги стоять, как самое последнее. Там только приличные клиенты. Пишет, квартиру снимает сейчас, ноутбук купила хороший.
одевается по фирме. Ты ее, наверное, не помнишь? Но до 9 класса она была как все. А потом стала такая девчонка видная. В школу моделей ходила, в конкурсах красоты участвовала. Правда, в финал не прошла. Потом еще в какую-то телепередачу хотела попасть. Но тоже не получилось. И любовники у нее уже в 11 классе были. Ты знаешь, она, конечно, не все рассказывала. Но девчонки видели, да и я тоже видела. Он уже, можно сказать, такой старый. Ну как старый? Лет 45, наверное. Еще ничего. На машине такой большой. Марку не знаю, я в них не разбираюсь. В эскорт попасть тоже непросто. Она писала, там отбор серьезный был, почти как на конкурс красоты. Это даже еще не самый верхний уровень. На самом верхнем надо английский знать свободно, а он у нее не очень. Хочет пойти на курсы поэтому. Мне гость про тебя говорил, когда в последний раз созванивались. Ну ты же знаешь его, пизду насчет тот. Хотя игрок неплохой, левоногий опорный хав. С пацанами вижусь нечасто, так что... Слышал, Иван собирался тебя вернуть. Собирался, но не собрался. Слишком серьезная хуйня была. Мы же не просто попиздились, а так, легкие телесные повреждения, плюс в нетрезвом состоянии. Но это все фигня. Главное, что пацан оказался сыном какого-то хуя из правительства в области. Еле смогли дело замять. Денег столько пришлось занести. Не, Иваныч, мужик, заебись. Тренер тоже. Мы с ним потом поговорили, что почем. Он мне, в общем, все и объяснил. Если я, Саня, тебя не выгоню, то ни мне, ни тебе жить спокойно не дадут. Буду душить, бля. У нас с ним все ровно, я его понимаю. Что за футбол? Сам ты сейчас чем занимаешься? Да так с пацанами с района мутим. Они меня не кинули тогда через хуй, когда вся эта хуйня началась. И сейчас не кинут. Я Шуня перед тобой понтоваться не буду. Сейчас все очень скромненько. Пиздец как скромненько. Если по деньгам, то только на пиво, на сигареты и то дешевые. Скоро все должно наладиться. И тогда вот мы с тобой встретимся, и я тебе расскажу, что и как. А пока рано еще. Ладно, пошел я. Как пошел, отдобить? Все, давай.
Он обещал, что деньги будут. Когда деньги будут? Он обещал, что деньги будут 25-го. Знаешь, кому это скажи? Хорош вала ебать. Короче, Шуня, херово, что ты сегодня с нами не поехал. Ехали в трамвае, там мужик какой-то в костюмчике с портфелем, хуё-моё, пыр его толкнул там или чё. А он выёбываться стал, прикинь, взъебнулся. Я ему говорю, чё, может, выйдем, раз такой борзый? Ну, в трамвае пиздить, сам понимаешь, народу много. Он взял, прикинь, вышел. Реально не засал, реально, блядь, какой-то, блядь, отмороженный. Ну, хули он тут же лёдю... Поебал я его сзади по печени. Ну и потом Лёдя его спереди, блядь, догнал. Ну, короче, отхерачили мы его. Мы ему говорим, в ментуру пойдешь, найдем, закопаем нахуй. Кошелек его взяли, а там рублей 500 лежало. Ну и кредитки всякие. Ну, кредитки мы ему отдали, они нам нахуй не нужны. А деньги вот пробиваем. Будешь? Давай. Слышь, Лёдя, сейчас следующего надо черножопу уёбнуть. Хули? Ну заебись было бы. Но надо все по-умному сделать. Черножопа есть черножопа. Слышь, а сколько у него денег там есть? Я ебу, что ли? Я что, кентую с ними? Не, ну просто так, может, знаешь. Да может, он все свои бабки в квартире держит. Нихуя. Так это, походу, 100 штук баксов, блядь, если не меньше. Ну, блядь, хотя бы 20-ха была бы. Чё, взяли бы себе машину, поехали бы в Сочи отдохнули. Я в Сочах никогда не был. Да если бабки будут, можно и от армии откосить. Это да. Звонил отец. Сказал, что по его каналу ничего не получается. Те, кого он знал, уже не работают. Ну, я ему тогда собираю деньги. А он, ты знаешь, какая у меня ситуация? Знаешь, сколько ушло на адвокатах, я по уши в долгах. Я ему говорю, меня твои истерики не интересуют. Сын у тебя один, ты должен ему помочь. Найди деньги, где хочешь. Ну, он тогда, ладно, попробую что-то придумать. И опять сказал, чтобы ты ему позвонил. Может, позвонишь? Может, позвоню. И что, ты ни разу в театре не был? Нет. Один раз только в детстве в куколе. И кино тоже не любишь? Так, не особо. А ты? А я люблю. И правда, театр мне больше нравится. Там все-таки живые люди прямо перед тобой играют. А кино так. На какой спектакль мы с тобой едем? Какая-то современная пьеса. Я о ней раньше ничего не слышала. Ты вообще часто в театр ходишь? Так, бывает.
девушка Александра вышла из электрички на перрон, она сразу же поняла, в каком городе она оказалась. Только потом притворялась, что ей нравится вскапывать все эти подмосковные грядки и слушать при этом в плеере ее любимую группу «Ленинград». А когда парень по имени Александр приезжал с Подмосковья в столицу и видел эти унылые лица и слышал эти гортанные голоса, то он прекрасно понимал, что огородов на всех не хватит, что этим людям нужен воздух, а они вместо того живут в своей черной безвоздушной дыре. И никакие очки ни за 20, ни за 30, ни за 100 рублей не позволят тебе увидеть уважающую себя проститутку в девушке, одетой в строгий официальный офисный костюм или в стаи среди азиатских парней, которые перепрыгивают через турникет в метро, ну когда полицейский отвернулся, людей с хорошими планами на жизнь. А когда она шла в черном спортивном костюме с четырьмя полосками на рукаве по улицам подмосковного города, где до сих пор снимают фильмы о провинции и про Советский Союз, то даже кошкам в сочной канаве было стыдно за свое провинциальное мяуканье. Валерий Иванович, 93-го года рождения? Да. Разговор к тебе есть. Собирайся, пройдем в отделение. Зачем? Все узнаешь. Здравствуйте, а что случилось? В чем дело? Здравствуйте. Вы мама, да? Да. И волноваться нечего, проверить нужно некоторые обстоятельства. Валера, а что случилось? Что ты натворил? Скажи мне. Я ничего не натворил.
Еще раз говорю, не нужно волноваться. Нужно просто проверить некоторые обстоятельства. Если ни в чем не виноват, через полчаса вернется домой. Ты в какой школе учился? Я не здесь учился, в Казани, в футбольном интернате. Футбол? Футбол – это да. Футбол – это деньги. Некоторые по миллиону евро в год получают, а то и больше, да? Ты можешь себе представить миллион евро в год? И так несколько лет хотя бы. Это ж охуеть, какие деньги. Ну, закончил ты свой интернат. И что, где ты теперь? Что, ни в одну футбольную команду даже не взяли? У меня травма была. Поэтому я завязал с футболом. Поехали. Лёдова и Параскевича знаешь? Ну, знаю. Дружишься? Так, знакомы. Учились когда-то в одной школе. Когда в последний раз ходил? Позавчера. Где? В районе. Про что говори? Так, ни про что. Поздоровались и всё. И что потом? Потом я домой пошел. Не точно тебе ничего интересного не говорили? Точно. Знаешь, что эти гандоны сделали? Совершили разбойное нападение на предпринимателя. 4 ножевых. Лежит в областной. Без следа. Если б скорая вовремя не приехала. Я ничего про это не знаю. Может, и не знаешь. Их сразу взяли по горячим следам, как говорится. Потому что дебилы. Я ничего про это не знаю. Что ты делал в понедельник вечером? Не помню. Какого числа это было? Шумаков, ты дурачком-то мне не прикидывайся. Понедельник он не помнит, а по числам он помнит. Ну не просто так проще. Училище. В каком нахер училище? Тебя там неделю не было. Ну не было. Ну что с тобой? Вы меня из этого вызвали? Слышь, Шумаков? Ты сейчас мне доуебываешься. Ты пойми, мне насрать на твое училище и вообще на тебя. Но вот твои друзья мне кое-что интересное рассказали. Ты не друзья, они мне так знакомы. Здравствуй, до свидания. То есть ты хочешь сказать, что ты не гулял с ними в понедельник вечером и не был на улице Успенского? Ни на какой улице Успенского я не был.
Может, и спиздели гондоны. Сами отработали, а на тебя наговаривают. Только я не пойму, почему на тебя? Ты же вроде не из их породы. На учете у нас не стоял. Футболом там этим своим занимался. Это им, понятно, прямая дорога в зону. Вопрос только раньше или позже. Я вообще ни хера не понимаю. Ты вот можешь мне сейчас в глаза посмотреть и сказать, только честно, ты не трогал мужика на улице Успенского? Какого мужика? Такого, которому нанесли 6 ударов по голове тупым тяжелым предметом. Перелом лобной кости, скулы, переносицы. Сейчас лежит в областном, без сознания. Срочно, понимаю, все, давай. Посидишь пока здесь, приедет опер с УВД. Тебя добросят. Если не виноват, бояться нечего. Ответишь на вопросы, пойдешь домой. Смотришь за пацаном, чтоб никуда не делся, пока опер не приедет. Чуваков, что без фокусов, да? А то сам знаешь, что будет.
Пожалуйста, молодой человек, я могу вас отвлечь от чтения. Вы не будете возражать, если мы с вами немного поговорим? Знаете, я некоторое время назад понял, что люди не смогут прожить, если они не будут разговаривать. Когда мы разговариваем, мы живем совершенно другой жизнью, не такой, как в те моменты, когда мы молчим. Вы извините меня, если это вам кажется неинтересным или вообще чуждым, но меня эти вопросы очень волнуют. Я ведь, вы не поверите, бывший преподаватель философии. Да-да, философии. Работал на кафедре марксизма-ленинизма, потом, соответственно, на кафедре общественных наук. Знаете, в начале 90-х годов моих знаний стало катастрофически не хватать для осмысления происходящих в нашей стране процессов. Просто катастрофически. И результат не заставил себя ждать. Алкоголь. Жил один, с женой развелись, поменяли квартиру. Ей с дочкой однокомнатная, мне однокомнатная. Ну и дальнейшее вполне предсказуемо. Застолья, разговоры о смысле жизни, а точнее об его отсутствии. А потом внезапно я стал замечать, что вместо привычных собеседников в квартире все чаще стали появляться какие-то странные люди. Ну и дальнейшее тоже вполне предсказуемо. Потерял работу, потом квартиру. Нужно было отдавать долги этим людям. Знаете, я тогда совершенно не мог предположить, что смогу долго прожить в таком состоянии. Ну, думал, месяц, два, максимум полгода.
А потом вдруг что-нибудь изменится, что-нибудь... Осторожно. Ну, вы понимаете. Нет, конечно, я осознал все свои ошибки, я в них глубоко раскаиваюсь. Но ведь не зря. Не зря старые немецкие философы говорили, что только пройдя через различные препоны и ошибки, человек может добраться до правды. И вы добрались до нее? Думаю, что да. Так в чем же правда? Если можно было бы так легко выразить правду словами. Но в том-то и дело, что правду нельзя выразить словами. Ее можно только осознать всем своим существом. Понимаете? Вы меня извините, если я путанно говорю. Но для меня все это действительно так. Пацанчик, уру-ру, иди к нам, иди сюда. Здорово. Пить будешь? Не знаю. А кто знает? Чё как целочка ломаешь? Если предлагают, надо соглашаться. А так хуй его знает, когда в следующий раз предложат. Давай, наливай. Давай. Ты сам чё? Куда? Откуда? Как? А? Меня менты ищут. Хотят в армию забрать. А я сбежал. В армии сложно жить вообще. Ну давай с тобой, шустрый. Ты че, ё? Охуел, что ли? Давай. В армию, конечно. Армия, так. Хорошо, что прячется от армии. Правильно, нехуй там делать. У нас в свое время... Ты солдатик? Слушай, было, ну. Ты голоден. Сбреди. Ты расстрелял шестерых жидов и овчарку. А овчарку за что? Хуй его знает. Ну, ебанулся. Ну, там серьезно все было, конечно. Ну, пиздили его не по-детски, да.
Ну да, духовку-то прочистили. Ты скажи, Кожан, деньгами не богат? Ну, есть по мелочи. Ну, помоги, чем смогешь. Мы с Петровичем 2 дня как откинулись. Сейчас домой ехать надо. А что было, сам понимаешь, пропили. Не на собаках же. На собаках охуеешь. Вот все, что осталось. Не густо. Ну и на том спасибо. Куришь? Курю. Закуривай. Чё? Сиди, на. Чё? Чё, Петрович? Чё? Бля, сиди, говорю. Плевай, на. Петрович, подожди, блядь, подожди нахуй, подожди,